Прийти на помощь, не раздумывая. 8 апреля прошлого года в Чебоксарах произошло убийство. Напомним, в одном из дворов пьяный мужчина напал на девушек. За них заступились два друга, один из которых получил ранения, несовместимые с жизнью. Федорова Атемова наградили посмертно, а его другу Андрею Кузьмину, который помог задержать убийцу, сегодня вручили почетную грамоту Чувашской республики и нагрудный знак за мужество. Спасибо, Андрей Петрович, за геройский такой поступок. Герой нашего времени. Спасибо. У Андрея Кузьмина семья и трое детей. И о том, чем может закончиться этот конфликт, он понимал. Но его это не остановило. Ведь на кону была жизнь тех, кто не смог бы постоять за себя. Андрей сумел удержать преступника до приезда сотрудников полиции. О чем я мог думать? Об окружающих людях? Если бы... То есть я бездействовал, мало ли, они все погибли. Мне было страшно. Вот, он был сильнее меня, но я все равно оказал активное сопротивление. Он нож не отпускал до приезда полиции. Вот, я просто думал, как у меня там друг, в общем, который умер буквально на коленях. Это те герои, о которых нужно говорить, отметил глава города, вручая награды. Иначе нельзя построить свою шкалу нравственных ценностей, и диалог о чести и отваге попросту не состоится. Такие герои подают пример младшему поколению, на которых нужно равняться, и вот эти награды, которые вручены, это самое малое, чем мы можем их отблагодарить за их подвиг. Поступок Федора Атемова и Кузьмина Андрея Петровича. У каждого из моих друзей по трое детей, и они в этой ситуации никак не могли поступить иначе, как заступиться за незнакомую им девушку темным вечером в нашем городе. Хорошо, что есть такие люди. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.